приветствую на своем канале. Сегодня на обзорчик мне попался вот такой вот видеодомофон. Китайщина, сразу скажу, но все равно я обратил на нее внимание. Производитель фирма Экин. У меня была экшн-камера фирмы Экин. Я вам скажу, у них достаточно неплохие экшн-камеры. И вот попалась мне вызывная панель Экин Video Doorbell версия 5. В природе уже существуют более новые версии. Насколько я знаю, последняя версия есть версия 7. Если в этой вызывной панели есть камера с разрешением 720 линий HD-Ready, то уже в 7 версии вызывной панели Full HD камера 1080 линий. Но, тем не менее, клиент захотел установить вот такую вызывную панель. Он ее купил, приобрел. Монтаж будет у нас в ближайшее время. А пока я решил снять обзор и поделиться с вами своими впечатлениями. Самое главное, вызывная панель упакована в такую хорошую, качественную упаковку. Знаете, нет ощущения такой вот дешевой галимой китайщины. А вот сама вызывная панель. Крышка снимается. Снизу она фиксируется болтиком. Для того, чтобы исключить возможность быстрого, простого снятия, в комплекте идет монтажный крепеж. Вот этот болтик, который фиксирует вызывную панель. Болтик этот, видите, обычный крестик. Я бы советовал все-таки найти в метизном магазине такой же болтик с такой же резьбой под шестигранник или звездочку. Это исключит возможность воровства или хотя бы затруднит. Значит, смотрите, питание можно подать на вот эти два контакта. Также сама вызывная панель заряжается через микро-USB разъем. А сама вызывная панель работает от трех аккумуляторов формата 18650. Если поставите хорошие мощные аккумуляторы, производитель обещает работу от 6 до 8 месяцев. Согласитесь, немало. Или же 1500 событий, то есть 1500 звонков. Здесь стоят простые дешевенькие аккумуляторы, в принципе, для теста. И пока клиент попробует, посмотрит, как это все работает. Если ему понравится, то приобретет хорошие аккумуляторы, качественные, которых хватит надолго. Ну и что же он умеет? Это обычная вызывная панель, беспроводная. Сейчас в современном обществе очень популярны беспроводные технологии. Как вы знаете, я сторонник именно проводов. Где есть возможность проложить провод, лучше проложить провод. Это надежней. Однако для обычного рядового пользователя гораздо удобнее смонтировать вот такую панель, подключиться без провода и пользоваться. В этой вызывной панели находится камера с разрешением 720 линий. Есть инфракрасная подсветка. Вот обратите внимание, вокруг камеры. Так что это позволяет добиться хорошего качественного изображения в условиях недостаточной освещенности, а именно ночью. Двусторонняя есть аудиосвязь. И, как я уже говорил, малое энергопотребление. Производитель обещает работу этой вызывной панели от 6 до 8 месяцев на одном заряде аккумуляторов, при условии, что эти аккумуляторы хорошие. А теперь проверим, как это все работает. Итак, первым делом сканируем QR-код в инструкции или ищем на Google Play приложение Live Home. После регистрации вам на электронную почту придет письмо. Нужно будет пройти по ссылке для того, чтобы активировать аккаунт и подтвердить регистрацию. После этого входим в приложение. Следующий момент, нужно будет добавить новое устройство. Нажимаем плюсик и выбираем устройство. В данном случае у нас видео дверной звонок. После этого нам нужно будет нажать и удерживать кнопку на устройстве до тех пор, пока не начнет мигать красный индикатор. Держу. Устройство готово к сопряжению. Устройство готово к сопряжению. Нажимаем следующий, включаем Wi-Fi, после этого вводим имя домашней Wi-Fi сети и пароль Wi-Fi.
ожидания подключения Wi-Fi. Нужно камеру вызывной панели направить на QR-код, который отобразится на экране мобильного телефона. После того, как успешно... Wi-Fi подключен. Ожидание регистрации устройства. Регистрация устройства завершена. Так, что мы наблюдаем? А мы наблюдаем обновление программного обеспечения онлайн. Не удалось произвести сопряжение вызывной панели с Wi-Fi сетью домашней. Все готово. Теперь я дожидаюсь, пока обновится программное обеспечение, и будем смотреть качество картинки. Вот я сейчас вышел на улицу, держу вызывную панель перед собой. Как видите, качество картинки достаточно приятное. Это мой пес красавчик. Сейчас я нажму кнопку вызова. А сейчас я кнопку нажимаю на телефоне, кнопку с микрофончиком, и мою речь слышно в вызовной панели. Ну а теперь посмотрим на функционал приложения. Внизу. Когда я снимал распаковку, я забыл сказать, что в вызовной панели есть слот под microSD карточку. Соответственно, вы можете записывать изображение того, кто вам приходил и звонил. Кроме того, вы можете делать скриншот экрана. Кроме того, в верхней панели вы видите уровень сигнала Wi-Fi. Можете видеть трафик, скорость приема передачи. И можете видеть уровень заряда батареи. Вполне достаточный необходимый функционал. Настройки. Ну, почти все настройки связаны как раз с microSD карточкой. Можно посмотреть версию прошивки, часовой пояс выставить. Включить-выключить оповещение движения и оповещение дверного звонка. Если вы не хотите, чтобы каждый раз, когда вам звонят в домофон, если у вас есть дополнительный модуль для того, чтобы принимать звонки от этой вызовной панели, то можете отключить это оповещение. И каждый раз на ваш телефон не будет приходить оповещение. Как видите, мне приходит уведомление обнаружения движения. Я сейчас могу выбрать дверной звонок и посмотреть картинку, что происходит сейчас перед вызовной панелью. Но все-таки еще раз хочу обратить ваше внимание на качество картинки. 720 линий, но картинка очень даже приятная. В темное время суток, учитывая наличие инфракрасной подсветки в этой вызовной панели, картинка будет не намного хуже, разве что черно-белая. На этом все. Однозначно рекомендую к покупке. Приобрести эту вызовную панель можете по ссылкам внизу в описании под видео. Если видео вам понравилось, было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, для того, чтобы быть в курсе всех моих последних видео. А также все вопросы задавайте в комментариях. Всем удачи!